Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, говорим вам мы, Лена Траценко и Сергей Краснобород. Сегодня, 21 лютого, у свете означается Международный день родной мовы. Миновито про родное слово мы поговорим в ближайший час. И пусть вас не смущает, что мы говорим на двух языках, поскольку в нашей стране государственными являются и русский, и белорусский язык. Вот это одна из тем, которую мы обсудим сегодня. Чем государственный язык отличается от родного? Мы, до речи, не только поговорим, але и погуляем. И вы, шановные, можете долучиться до процессу, бо працуем мы у прямым эфиры. Телефон у студы 37519. Еще раз напомню телефон 37519. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы нашим гостям. Ну а сейчас самое время, наверное, представить, кто же пришел к нам этим вечером в студию. Итак, в гостях у нас языковед, преподаватель, литератор, член Союза писателей Республики Беларусь Святослав Крупенько. Добрый вечер, Святослав Геннадьевич. Добрый вечер вам. И ветеран журналистики Николай Николаевич Новик, в прошлом первый заместитель главного редактора газеты «Гомельская правда», ну а сейчас заместитель председателя областного совета ветеранов. Правильно, да? Да. Добрый вечер, Николай Николаевич. Добрый вечер. Ну а я, в свою чергу, вельми хочу представить гостей этой студии. Знаемся, коли ласка, семья Марченко, Наталья, Александра, до речи, мати и дочушка, и их сябровки Лидия Лещенко и Ангелина Цыганова. Добрый вечер, девчаты. Добрый вечер. Ну что ж, а мы начнем наш разговор. Первый вопрос, как раз вот та основная тема. Вы для себя отличаете государственный язык от родного? Давайте, Николай Николаевич, с вас начнем. Особисто для меня эти два понятия абсолютно равнозначные. Никакой разницы помеж ними я не бачу. То есть вы считаете это вообще надуманная какая-то... Абсолютно. Да? А вы разделяете? Я скажу так, родная мова для человека, видать, тая, на якой мама калаханки співає, так кажуть. А еще родная мова – это тая, на якой человек незмушенно размовляє, думая и выражая свои, безумовно, думки. Ну а коли еще державная мова является родной, або родная державная, это совсем здорово. Ну, тут, наверное, самое главное, вы сказали вот такое, думает, потому думает, что язык-то так, можно так, выучить. Безумно, безумовно, это когда человек думает, разважает на этой мове. Вот, это будет родная мова. Ну, вот мы сейчас с вами общаемся, я говорю на русском, вы говорите на белорусском. Это не значит, что я не знаю языка, я так думаю, что вы русский тоже знаете. Вы вообще дискомфорт не ощущаете? Абсолютно не, ну, какая разница, вы по-русски, я вас разумею, я по-белорусски, вы меня разумеете, что мы говорим, чему можно, безумовно, это нормально. Николай Николаевич, вы долгое время работали в газете. Больше разница, 30 годов. Разница есть, вот опять-таки, в восприятии русского языка, белорусского языка? Ну, коли касается меня, то никакой разницы нема в этом. Ну, газета все-таки к читателям апеллирует. Я именно вот в этом плане, государственный язык и родной язык. Ну, справа в том, что коли я пришел в середине 70-х годов працевать у «Гомельскую правду», я встретился с парадоксальной ситуацией. Все, без выключения супрацовники, размовляли на русской мове. Але все, без выключения материалы в газеты, написали на белорусской мове. Тому, что у те годы «Гомельская правда» была полностью белорусскомовной газетой. У той же час у газету шло шмат листов, как хотя бы частку материалов друковать на русской мове. Звонков было вельми шмат. И в свой час, у конце 80-х годов, я лечу, что редколлегия газеты приняла мудрое решение друковать материалы на той мове, на якой их пишут авторы. Ага, но здесь вы сами сказали, что между собой общались по-русски, а писали, публиковали по-белорусски. Ну, того потребовал час.
Это такая ситуация только для нас вообще. Я вот хочу спросить и у Святослава Геннадьевича, и Николая Николаевича. Это только у нас такая ситуация, вот такая уникальная, как бы, двуязычие. Я зараз вам откажу, але еще и Миколаю Новику хочу сказать. Я так само читаю «Гомельскую правду». Коли ранее, может, там была белорусскомовная, то теперь же с белорусской мовы, там, по-моему, только назва засталась. «Гомельская правда». Бывают, правда, материалы по-белоруску. Тамара Крученко бывает пишу, бывают літаратурныя старонкі, так у асноўным гэта газета ўжо стала рускамоўнай, а вось назва яе беларуская, гомельская правда. Ну, я з гэтым не зусім згодны. Але ж згодны? Беларускі матэрыял? Не. Зусім недавно вершы чытаў на беларускай мове гомельскіх паэтаў Міхася Болсына, Владимира Шпадурука. Михась Даниленко другое оповедание на белорусской мове. Ну, а та же Тамара Крученко, Мария Зубель пишут судовные материалы на белорусской мове. Мы так медленно ушли именно в газету. Но мы все-таки, язык это не только газета, это не только, это все-таки средство общения. Это все-таки средство общения. А вот такая ситуация, когда разговаривают на одном языке, пишут на другом. Это нормально? Вот я о чем. Ну, я лічу, што нармальна. Да. А я з гэтым не згодны. Трэба пісаць на той мове, на якой думаеш. І тады нешта атрымаецца. Калі думаеш на адной мове, а пішаш на другой, атрымаецца, відаць, хутчэй за ўсё, не тое. Давайте мы, наверное, для того, чтобы язык усваивать, игра – это один из лучших способов. У нас есть еще гости в студии. Давайте посмотрим, как в игре воплощается именно изучение языка. Ну, а нашим телезрителям я напомню, что мы в прямом эфире. Номер нашего телефона в студии 3-7-519. Яшчэ раз добры вечар, шаноўныя. Я прадстаўляю вам удзельнікаў міні-віктарыны «Займальна па-беларуску». Яны упрыгожваюць сёння студыю і, я спадзяюся, гуляць будуць заўзята. Калі ласка, знаёмцеся, Наталля і Аляксандра Марчанка. І іх сябраўкі Лідзія Лешчанка і Ангеліна Цыганова. Я спытаю для пачатку ў самых малодшых. Дзяўчаткі, вы гаворыце па-беларуску? Не, толькі на занятках. Толькі на занятках. На якіх занятках? На белмове. Беларуская мова і? І літаратурнае чытанне. А я вось ведаю, што вы спяваеце па-беларуску. Гэта так, Ангеліна? Да, мы спяваем па-беларуску. Дзе вы спяваеце? На конкурсах, на фестывалях? На разных конкурсах, на абласных, на рэспубліканскіх, на раённых. Нават рэспубліка вас чула і бачыла? Да, бачыла. Гэта асабіста, сольна ці ў ансамблі? І ў ансамблі, і сольна. Выдатна. Дзяўчаты, ну я вижу, што вы бачу, што вы падрыхтаваліся ў такіх прыгожых касцюмах. Вы абяцаеце, што нашым гамяльчанам падорыце пад фінал песню. Да, абяцаем. Абяцаеце. Выдатна. Ну што ж, а цяпер гульня, падрыхтаваныя? Падрыхтаваныя. Я зычу вам галоўнае добрага настрою і трапных адказаў. Глядзіце, за намі ж сочыць мужчынская палавіна гэтай студыі. Ну што ж, я зараз прапаную вам на экран малюнкі. Убачыце малюнак, параіцеся і скажыце па-беларуску, што гэта. Калі ласка, першы малюнак. Назавіце па-беларуску вось гэтую прыгожую жанчыну, якая вакол якой дзеці. Настаўніца. Настаўніца, малайчынка, малайчынка, Сашачка. Наступны слайд. А што гэта за птушачка каля драўлянага доміку? Шпакі? Шпак, гэта шпак. Шпак, дзяўчаты, малайцы. Я хачу, каб Наталля і Лідія час ад часу падтрымлівалі нашых удзельніц, малодшых. Добра. Для вас таксама ёсць складанае пытанне. Наступны слайд. А гэта? Ведаеце? Не ведаеце? Падобна, як да расійскай мовы. Светла. Лід тут правяла урок, калі ласка, Ліда. Гэта светлафор. Светлафор, беспамылкова. Малайчына, наступны слайд.
что там у нас? Колер назовите. Червоный. Червоный хором, девчата, отказывают. Кто ж нас подтримает? Ну просто невядомо. Певно, наши глядачи по той бок экрану подтримливают. Дякую. А вот то, на чем вы сидите, и то, что зараз на экране. Ведайте, мы уведаем это можно слово. Можно уголос. Канапа, вядома, Александра пропонуе. И апошні малюнак, хоть и лето далеко, але як ён завецца, мы не забылися, так? По-белорусски. Гурок, все правильно, молодцы. Добро справились, як вам такая разминка? Судовно. Ну, а теперь я подрихтовала больше складанное задание, хоть и называется яно «Простые пытания». Я вам пытание, вы мне отказ. Коли ласка, приготовались. По-русски корзина, по-белорусски? Кошик. Ангелина Малайчина. Ангелина Грамчей, для усіх. Кошик. Малайчинка. А вот теперь, певно, девчаты, Наталья Телида откажуть, имя поэта Богдановича. Максим. Малайчина Наталья, скажите, кем вы працуете, Наталья? Я працюю у дитячем садочку номер 148 Чыгуначнага района. Коллективу привітанне. Вось так, и привітанне, девчатки, а вам есть кому привітанне передать? Да, есть. Калі ласка. Привітанне, 4 Б. Привітанне! А якая школа назовите? 12-е. Выдатно, усе ваши одноклассники пэўна зайздросцяць, что вы гэтым цудоўным вечером у нас тут отказываете на простое пытание. Падрыхтаваліся наступное. Хто ён, беларускі асветнік, які жыў у Турове? Кирилла Туровский. Ну не поспевают ни Лида, ни Наталья за девчатами. Так. По-белоруску веселка, по-русску? Радуга. Молодцы. У яким городе есть помник литеры унескладовая? Вот такое пытание. У Полоцку. Это докладный отказ. Якого роду назовник насып? Насып. Яна моя. Мне здаецца, яна моя. Яна моя. Жаночага. Жаночага. Гэта ў рускай мове. А ў беларускай? Ён? Ён мой? Ён мой, дзяўчаты. Ён мой, так. Вы прагульвалі урок. Напэўна, прагулялі гэты урок. З якіх слоў пачынаецца гімн Рэспублікі Беларусь? Коли ласка, уголос, подрыхтуйтеся. Давайте спрашивать. Коли ласка. Мы белорусы, мирные люди, сердцем отданные родной земли. Щиро сябруем, силы гартуем, мы у працавітай вольной сям'і. Дякую, малайцы. Пытанне для дарослых. Хто аўтар трылогіі на ростанях? Ліда і Кубкулас. Нарадзіўся ў 1882 годзе. Класік беларускай літаратуры. Дарэчы, ён нарадзіўся ў сям'і лясніка. У сям'і лясніка, падказваю. І вусы ў яго былі. Ну, ваши варианты. Яковколас, это правильный отказ. Так, а вот такое питание. Какие литеры у белорусским алфавите называют дыграфами? Ды. Ды значит два, так? Подоб. Это не подолженное, не-не-не. Уникальные литеры у белорусским алфавите. ДЗДЖ. Молодцы. Вось яны, коллективные отказы нараджаются у нас тут. По-русски кузнечик, а по-белоруску? О, ну то я ведаю. Давай, отказывай. Коник. Коник – это правильный отказ. А, вот такий сказ. Коники строкотали у конюшини. Не кожный белорус перекладе его на русскую мову. Поспробуйте вы. Коники строкотали у конюшини. Кузнечики стрекотали. Во все? Овёс? Не. Кле? Клевер? В клевере. Клевер. Кузнечики стрекотали в клевере. Ну,
У. Не складовая, галосная літара ці зычная? Зычная. Малайцы, беспамылкова. Дзяўчаты, вы маеце рацыю. І апошняе пытанне гэтай гульні. Калі адзначаецца Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь? Дзяўчаты, вы ведаеце? 15? Не, не Дзень незалежнасці. Дзень незалежнасці. Незалежнасці. Ну, калі мы гімн спяваем усе разам, згадвайце. Трэцяга. Улетку, калі жарка. 3 липня. Спякотна. Мы отказываем. 3 липня, докладно. Аплодисменты, вядома. Малайцы. Думали, как дети отказали. Ну, лічыце, что гэта была разминка. Усё яшчэ. А вось теперь довольно складанае пытанне. Пераклад сказаў з рускай мовы на беларускую. Паспрабуем. Калі ласка, сказ зараз з'явіцца на экране. Мне подказваюць, что у нас ёсць тэлефанаванне. Давайте послухаем. Давайте. Мы слухаем вас. Здравствуйте. Витаем. Меня зовут Павел. У меня такой вопрос. Я хочу попробовать говорить по-белорусски хотя бы один по дням недели. Так. Сколько слов мне надо вынести, чтобы мне, так сказать, хватило для общения? О, Павел, вы цікавае пытанне задалі. Мне здаецца, што нават калі вы ведаеце десятак слоў, то вам ўжо можна спрабаваць гаварыць па-беларуску. Паверце, ніхто з вас смяяцца не будзе ні ў аўтобусе, ні ў краме, ні нават у школе. Ну, мне так здаецца, не ведаю. Аднак адзін чалавек, вельмі дасвечаны, гаварыў некалі, што, ну, 500 слоў будзе дастаткова. Гэта мой досвід мне падказвае. А вось што адкажуць нашы паважаныя эксперты, я не ведаю. Магчыма, Сергей, вы спытайце у Святаслава ці ў Мікалая? Ну, всё равно могу я сказать. Наверное, вам вопрос, да? Не будем вспоминать про Элочку-людоедку, которой хватало 30 слов для разговора. Я про это как раз хотел сказать, але уже тогда не стану. Ну, Лена говорит, 10 слов достаточно. Ну, коли молодой человек ведает 10 слов, хай только правильно крестается до места. Ну, кажут, что, как больше-меньше разуметь и размовлять, треба ведать не 2-3. Ну, а у белорусской мове великая колькость слов, это десятки тысяч, словники разные есть, коли брать только литературную мову, это в районе 100 тысяч слов, але их никто не ведает, у всех это безумовно. Да, все зависит от желания человека общаться. Безумовно. Починайте, починайте. Как вы с вами говорили, думать, то есть словарный запас надо развивать. Починайте с десятка, простый день, в день по слову сами полечите, кольки будет, и так далее, и далее. Хорошо, спасибо, спасибо, Станислав Геннадьевич. Дякую за отказ, мы протягнем, бо у нас еще один конкурс застался. Дзяўчаты, пераклад, самы такі складаны конкурс. Увага, першы сказ. Серый гусь зашипел на мальчика. Вельмі добра, калі вы разам абмяркуйце і перакладзяце. Шэрая гусь зашипела на хлопчыка. Хто бярэ адказнасць на сябе? Я кажу. Калі ласка, Наталля. Серая гусь зашипела на хлопчыка. Ваша правда, и не только ваша, Александры, Ангелины и Лидии, малайцы, дзяўчаты, другие сказ, все поспеют отказать. Ученик получил золотую медаль. Калі ласка. Вы ведаете медаль? И... Мужчинского рода. Да, мужчинская. Вучень отримал золотый мужчинский род медаль. Можно я? Отказываю. Ученик. Не ученик, а вучень. Вучень отримал золотый медаль. И это правильный отказ. Абсолютно, абсолютно докладно. Еще один сказ для вас подрихтованный. Рыжая собака громко залаяла. Так, рыжий собака. Гучно. Или да, гучно залаяла. Залаяла так будет, напэўна. Ты. А ну-ка подумайте. За апошні дзеяслоў все ж таки трэба дапрацаваць. Забрахала. Ангеліна, отказывай. Ангеліна, калі ласка, ты послухала подказки? И сама. И скарыстай магчымасць гэтую, давай нам отказ. Рыжа собака гучно забрахала.
А чаму забрахала? Забрахаў. Рыжы сабака гучна забрахаў. Ну што, Ангеліна, 10 балаў. Як настаўніца. Малайчына, дзяўчаткі, вы такія малайчынкі. Паслухайце, вось такая інфармацыя. У беларускай мове каля 400 назоўнікаў, якія вельмі падобны да назоўнікаў з рускай мовы і абазначаюць тое ж самае, аднак вось розныя яны пародавай прыналежнасці. Гэта ў беларускай мове гусь шэрая, белая, чорная і нават тлустая, а сабака, якім ён бы не быў, чорны, белы ці рыжы, ён заўсёды мужчынскага роду. Гэтак жа як і медаль, насып, зып, што яшчэ там, шынель і гэтак далей. Запомніце гэта, калі ласка. Я дзякую вам яшчэ раз і хачу прапанаваць. Давайце спытаем у нашых экспертаў, як мы гулялі. І нагадаю, тэлефон прамога эфіру 3-7-519. Як настаўнік скажу. Да, ну что, давайте мы прервемся на минуту, потому что телефонный звонок, а потом обсудим, как играли. Алло, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, у меня вот такое пытание. Как вас зовут, скажите? Виктория. Откуда звоните? С Гомеля. Хорошо. Вот у меня такое пытание. Я молодая мама, хочу научить своего сыночка, ему хоть 11 месяцев будет, вымовлять гуги живого по-белорусски. Я вот маю на увазе, что по-русски собака робит гав-гав, котка, мяу-мяу, кашка, кряк-кряк. Меня ненавидно пикают белорусские отповедники вот этих гуков. Спасибо, спасибо. Ну, я не знаю, наверное, вопрос к специалисту, да? Я почу, как молодая мама говорит по-белоруску, то думаю, она и сама научит, как это будет, потому что так выдатно размовляя. Ну, что собака, и он и есть, и у Африки собака, гау-гау. Кто там еще? Котка так само каже мяу-мяу, а вот свинья каже рох-рох. А, рох-рох. Рох-рох, она рохкая у нас. Наверное, в этом тоже есть что-то, как передавать звуки животных с учетом языка. Я вот, хорошо, давайте вернемся к предыдущему фрагменту. Ничего, мы пока обсудим. Как вы оцениваете вот игру наших гостей? Ну, я как эксперт. Юных. Завсёды кажу, што гулялі проста цудоўна, вы малайцы. А як настаўнік, то ўсім стаўлю дзясяткі. Да. Стоит, наверное, сказать, что вы, Святослав Геннадьевич, являетесь многолетним экспертом программы «Размовляем по-белоруску», которую готовит так. Гомельская студия телевидения. А кроме того, да? Я добрый наставник. О, ну это все знают, это все знают. Ну я в том смысле, что вельми добрый там выкладываю свой предмет, а просто я человек добрый. Вот. Однак добрый ставлю. Естественно, кто же еще может сказать, как не сам себя похвалить, да? Ну, безумно. Или ученики. Я думаю, может быть, кто-то еще позвонит нам. Это как мои дети ведали, они же, видать, так само глядят. Я думаю, кто-то может нам еще позвонить и сказать на самом деле теплые слова про вас. Я напомню, что мы в прямом эфире, и номер нашего телефона 3-7-519. Вы можете подключиться к нашему разговору. Згодна з меркаваннямі ЮНЕСКА, беларуская мова другая пасля італьянскай па дасканаласці, прыгажосці і мілагучнасці. К тому же, согласно исследованиям социологов, белорусский язык является одним из самых распространенных в мире. Вот французские социологи посчитали, что белорусский язык занимает 32-е место среди всех языков в мире. Это с учетом того, что языков вообще более 5000, это не считая диалектов. Праз некалькі хвілін мы сустрэнемся у гэтай студыі зноў, не адыходзьце далёка.
Мы еще раз говорим добрый вечер тем, кто присоединился к нашей программе. И нагадываем, что в этот чудовный вечер мы обмярковываем тему родной мовы у прямом эфире. Номер нашего телефона в студии 37519. Вы можете подключиться к нашему разговору. Я еще раз напомню, что мы разговариваем с преподавателем, языковедом, литератором Святославом Крупенько и журналист, ветеран журналистики Николай Николаевич Новик у нас в студии. Вот такой вопрос. Ситуация, звонок у нас телефонный звонок. Наверное, слушатели наши активизировались. Алло, мы вас слушаем, говорите. Да, здравствуйте. У меня есть для вас питание. Подскажите, пожалуйста, какого рода приметники потребно вживать побач с названиями кавовых напоев? Американо, латте? Ой, спасибо большое. Начинаются филологи, наверное, активизировались. Только я сказал, что пусть бы ваши ученики, может, это не ваш ученик звонил? Я, по-моему, все так одразу не познал, але отказать могу. Такие мудрые напои взяли. Пейте наш кисель. И будете здоровыми. Будете здоровы. В связи с этим еще вспомнилась такая припевка. Пить дурная это кава, я же выпила разяба. А коли говорить, коли казать серьезно, то это напои будут ниякого роду, а кава будет жаночая. Mm-hmm. Ну вот как раз в тему разговора вы сами сказали, давайте наши напитки. Да. Появляются другие какие-то предметы. И вот ситуация, с одной стороны, русский на белорусский влияет, и слова влияют друг на друга. И вот даже путаясь, вот наши игроки, собака мужского рода или женского рода, языки влияют друг на друга, появляется такое уникальное, ну не знаю, насколько уникальное, тросянка, это что такое? Ну, и как к этому относиться? Давайте с вас начнем, а потом... Я лічу, что относится треба нормально, тросянка была заўсёды. Мы носьбітами з'являемся, скажем так, літаратурнай мовы. Чому? Тому что все вучимся в школе. И они будут, коли больше дорослые, перейдут в старейшие классы, будут адрознивать, якого роду там собаку в русской и белорусской мове, и шинели, мозоли, нас, педропы и так далее. Разберутся. Ну, а як з'ява тросянкой, это, безумовно, уплыв. Уплыв наших суседей, от гэта никуда не денешься. Навод, коли взять русскую мову у разных там губерниях, как теперь называется, эти областях, так само же есть и свои особливости мовления. Мы все, наша литературная мова утворена из неких диалектов, там, с центральных, правильно? Плюс и каждый диалект на своей территории, наверное, как-то влияет. Безумовно, что не сельцо, то и словцо, это разумело. И коли человеку свою местовость размуляю по-своему, это одно. А коли он уже в державной установе, той самой школе, мы все крестаемся литературной мовой, и тогда мы одрозниваем, и тросянкой никто крыстаться не будет. А коли у хати там склалась эта тросянка, нехай себе учить. Это абсолютно никаких проблем тут нема. Святослав Геннадьевич, говорит режиссер, еще один телефонный звонок у нас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, как вас зовут, скажите? Нина Григорьевна. Да, Нина Григорьевна, мы вас слушаем. Сейчас телевизор выключу. Ну, смотрите. Давайте, да, на самом деле. Ну, вы знаете, что? Да. Ну, мы белорусы. Мы белорусы. Почему мы, детки наши, у школах историю Беларуси, географию и другие учат по российской мове? А почему не по-белоруску? Смотрите, у наше время... Хорошо, понятно. То есть я так понимаю, вот это ваш вопрос. Почему гуманитарные предметы преподаются на русском языке, правильно? Хорошо, давайте... Ну, я могу отказать на это пытание, а потом уже Микола додаст. Я был на з'езде письменнику, и это пытание задавал министру адукации. И он так само я смог отказать. А что же мы у нашей студии можем отказать? Я с вами абсолютно сгодный, что такие предметы, как история Беларуси, и не только Беларуси, история, география, да и та самая биология, хай их выкладывают по-белоруску. Никто из нас, кто сидит в студии, махчима не будет супрать, а лишь это пытание адресуется, не бедать не
сьогодні до нас. Ми на його не зможемо просто відказати. Безумовно, треба, щоб наші дітки вчилися по-білоруську. Я більше скажу, одночі сутикався з такою ситуацією, у 10-й школі сказали, ви навіть не представляєте, як це можна з англійського язика перевести на білоруський. Я кажу, а що ми, білоруси, такі негегли, що не можемо з англійської мови або з німецької чи з французької переводити на білоруську? Так у нас же спецшкола. Ну і що? Глядіть, як було б здорово, коли б діти перекладали з англійської мови, допустим, на білоруську. І нічого тут дивного нема. Чим більше язиків, тим знаєш. Нехай глядіть, допустим, математика-фізика буде по-руску, інформатика по-англійську, а та й сама географія, історія, білоруська мова, література. Ну, тобто там, де гуманітарна. Безумовно. Тоді буде осяродок. Ви що думаєте на цю тему? Я крихо не згодна со Святославом у тим плані, що каб своє дитя розмовляло по-білоруську, не треба сподіватися на школу, вищу навчальну установу, на літературу, а треба з дитинства вчити своїх дітей самим. Хто розмовляє вдома по-білоруську, і в тих діти розмовляють по-білоруську. Ну, а сподіватися на школу – це не зовсім правильно. Тобто, да, саме головне… Самое главное самому думать и самому, ну, если хочешь, конечно. Хотя я вот только что Святослав Геннадьевич говорил, и так он легко так перешел с русского языка на белорусский, с белорусского на русский. Я вот думаю, может мне так само перейти, а то вы все по-белоруску размовляете, а я... До конца сегодняшней передачи вы перуйдете. Ну а как же отстаивать вторую, второй язык? Микола сказал, что он со мной не совсем сгодный, а я с ним как раз годен, что менавіта сям'ї, каб мама співала калиханки, як я казав, це було б вельми здорово. А я ось свого старшого сина водив за ручку школу, і ми з ним говорили тільки по-білоруську. І він мову сьогодні білоруську ведає добре. А меншого вже не водив, і йому ж це тяжіше дається. А от на вулиці ви розмовляєте на білоруському язикі. Яка реакція? Ніхто ніяк не реагує? Тобто це нормально? Я можу відказати так само. Ведаєте, коли я став працювати на телебаченні вже в цих передачах, то на диво на моє, шмат хто навіть познає. То навіть жінчини, кондуктори, контролери ведають. О, а я вас знаю. Говорить, я бачила вас по телевізорі. А одна каже, о, Святослав Крупенька. Буває у кіоску навіть її жінчини. І, ведаєте, зустракався Броу давніх, Гадовським, гуляли навіть у волейбол. Слава, я тебе, буває, по телевізору гляжу. Я до чого? Ніхто ніколи не сказав, що це дрена. Я у жінчин питаюся, а чому ж ви по-белоруську не говорите? От я б і говорила б, але ж неяк стидаюся. Нема з ким, нема з ким. Ніхто не говорить, я не говорю. Договору, почніть із себе. От со мною заговорили, вже добре. Надо, чтобы окружение все-таки тоже безумовно поддерживало. И безумовно вот единомышленники, чтобы были, как и в любом начинании. Да? Так, вот мы с Миколом, коли телефонуемся, заучёды говорим по-белоруску. И жонка его на и так само. Ага. Вось уже, и гости прийдем так само по-белоруску. Ну да, на праздники. Надо, наверное, выдать секрет, что вы еще кумовья, да? Ну так, это мой кум. Хорошо, вот поэтому вдвоем и пришли как раз на эту тему. Безумовно, кого же еще взять, как не кума? Тем больше мы заучёды оппоненты, мы трохи с вами. Варимся, урожки идем, тому это добро. Тут у нас пока споров, ну, не, мовы, только пока споров не происходит. Я напомню, что мы в прямом эфире. Номер нашего телефона 37519. Вы можете подключиться к нашему разговору. Мне еще раз приемно витать моих удельников мини-викторины «Займально по-белоруску». Ну а ты, кто вас еще не ведает, представлю Наталья и Александра Марченко, Матуля и дочушка, их сябровки Лидия Лещенко и Ангелина Цыганова. Вот так. Дзяўчаткі, я некалькі пытанняў спачатку. Ліда, вось я адчуваю па вашым вымаўленні, што вы ўсё ж такі гаворыце па-беларуску. Ну так, у штодзённым жыцці я размаўляю па-беларуску, у мяне прыблізна палова сяброў размаўляе са мной так само выключна па-беларуску. А колькі гадоў ўжо такая сітуацыя, калі вы перайшлі на беларускую? Ну, наколькі я памятаю, гэта было пасля першага курсу, то бок, ну, 4 гады.
Выдатно. А вось на початку нашай праграмы Павел патэлефанаваў у прамы эфір і спытаў, колькі слоў я там пачала з 10 і мне падаецца, параіла 500 слоў ведаць і ўсё атрымаецца для пачатку. А вы як лічыце? Ну, я як амаль адукаваны лінгвіст лічу, што хопіць і 300. А вось, а я асабіста, я просто ўсё жыццё глядзела Калыханку, Маляваныч, гэта мой кумір дзяцінства, і таму я не памятаю, колькі слоў мне спатрэбілася спачатку. Ну, бачыце, якія варыянты. Святаслаў Крупенька прапаноўваў і 1000, і 2, ну, як настаўніку, яму, вядома, болей трэба. Ну, тэлевізійны журналіст 500 прапанаваў, ну, а Ліда 300. Дзякую. Ну што, дзяўчаты, пагуляем яшчэ? Да. Александра, я бачу, што вы ўжо ў чаканні, ў напружанні, ў чаканні наступных пытанняў. Я хачу спытаць, дзяўчаткі, ці любіце вы адгадваць загадкі? Так. Чаму? Ну, гэта... Я вам падкажу. Мы не ведаем. Гэта карысны занятак і вельмі займальны. Да, вельмі. Так, пакуль дзяўчаты будуць рыхтаваць адказ на наступнае пытанне, Наталля са свайго дзяцінства згадае любімую загадку. Дзяўчаткі, скажыце, калі ласка, ці ведаеце вы, колькі галосных літар у беларускім алфавіце? Вось так. Ты выдатніца, Сашачка? Выдатніца? Гэта я трапіла ў кропку, так? Ну, дык колькі галосных літар? 10. 10. Ну, давай цяпер спытаем у тваёй матулі. Якая яе любімая загадка з дзяцінства? Саша? Ну, ілі ці Саша, ці ваша. На беларускай мове? На беларускай. Не сорамна памыляцца, калі ласка, мы тут усе вучымся. Ну, зімой белы, летам шэры. Вось так, дзяўчаты, вам. Зімой белы. Летам шэры. Гэта заяц. Снег. Снег. Снег летам. Заяц. Так. Я хачу вам сказаць, ці цікава вам, якая моя любімая загадка? Ну, конечно. Ну, давайте паспрабуйце адгадаць. Пасярод двара стаіць гара. Спераду вілы, а ззаду мятла. Я ведаю. Наталля ведае. Да. І ты ведаеш, Ангеліна. Ну, давайте. З дзяцінства ведаю. Ну, давайте ўсё ж такі ў Ангеліны спытаем. Давайте. Гэта карова, вядома, не заяц. Малайчына, Ангеліна. Ну, дзяўчаты, а цяпер тыя загадкі, якія мы для вас падрыхтавалі. Яны не такія лёгкія. Да. Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць, убачаць, адразу заплачуць. Ну, зімой яно вельмі рэдка з'яўляецца на небасхіле. Гэта вам такая падказка. Адразу заплачуць. Усе яго любяць, чакаюць. А глянуць, убачыць. Гэта Сонейка. Сонейка, малайцы дзяўчаткі, выдатна. Так, наступная. Мяне б'юць, калоцяць, варочаюць, рэжуць, а я ўсё цярплю і ўсім добром плачу. Б'юць, калоцяць, рэжуць, асабліва вясною, як толькі снег сыходзіць, і паехалі трактары. Земля, да, земля. Ну, дзяўчаты, ці здагадаліся вы? Што ж, рэжуць, б'юць, калоцяць, варочаюць, а яна ўсё терпіць і добром аддае, Ліда. Ну, можа, то наша зямелька? Сапраўды, гэта так выдатна. Наступнае. Без голасу, а вые, без рук, а абрусы сцелі. Без голасу, а не спадзяванка. Вецер, без рук, а абрусы... Да, снег, да. Вецер, а тое і другое разам. Вецер і снег разам? Завіруха? Завіруха якая-небудзь? Ну, спытайце ў дзяўчат, можа яны вам... Не? Нет. Ну, Ліда, ваша... Мяцеліца. Мяцеліца, завіруха, завея. Дзякую. Дзяўчаты, я абавязкова яшчэ загадкі вам загадаю, аднак зараз перадам права адказу на тэлефанаванне мужчынскаму боку. У нас телефонный звонок. Видите, как... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите? Даниил. Даниил, ваш вопрос? У меня не вопрос.
Геннадьевича. Он может говорить. Мы все-таки доносит информацию. А еще я хочу поздравить Святослава Геннадьевича и всех мужчин в этой студии с наступающим праздником 23 февраля. Я хочу пожелать всем счастья и здоровья. Спасибо, спасибо, Даниил. Ну, а девушкам, наверное, которая тоже в нашей студии, мы можем пожелать, что, вернее, пообещать, что мы будем защищать. Правильно, мы да? Мы верим. А можно мне два слова, Даниил? Да, да, да. Я только хотел сказать, наверное, подговорили, чтобы позвонил. Нет, что вы, они обещали позвонить, мы запытаемся, какое задание на завтра по белорусской мове. Даниила, подозреваю, что ты смалю, видать, так? Так, так вот, Даниила, за то, что повиншував, дякую, за то, что по-русски это сделал, а ты маешь по белорусской мове один. Ну, так, только что... Ну, это жарт, Даниила, жарт. Да, только что говорили. Я люблю, я на это ведаю. А вот, кстати, давайте мы немножко вернемся к теме. Тут Даниил напомнил, что 23 февраля, да? Употребление языка вот в таких специфичных, скажем так, коллективах, в научной среде, терминология, даже в армии команды возможно отдавать на белорусском языке? Ну, чому не магчыма? Безумовно магчыма, и военная терминология нават распрацаваная, и она ну, не такая уже великая, можно запомнить, я вам могу подать команды. Ось. Смирно, кроком руш! Кроком марш русский! Давайте мы обратимся к нашим гостям, потому что не закончили игру. Да? У нас, Сергей, еще загадки застались, а напереди еще довольно складанное задание. Так что вы сядите и так само разом с нами отгадывайте. Я упевнена, что не каждый раз у вас есть отказ. Девчата, увага, что это за вочи? Одно светит у день, а другое у ночи. Девчата, ведаете? Солнце, луна, ну, я думаю, что месяц. По-белоруску ж месяц. По-белоруску, да. Отказы. Соненька и месяц. Соненька и месяц, Александра, аплодисменты, вядома. Наступная. Зимой расте коранем у гору, а вясной помирая. Кто отгадая? Зимой расте коренем. А, сугроб. На белорусской мове. Сосулька. Вот, девчата, сгадайте все слова по-белоруску. Ля? Лядяшка или как-то? Ну, пропануйте варианты. Лядяк, ці лядяш. Залічено, молодцы. И опошняя загадка. Зароў вол на 100 гор, на 1000 озер. Зароў вол. Нешта гучно. Нешта гучно. Зимою докладно николи яго не бывае. Зимою николи. На гром, да. Ну, ён, вол, зароў вол на 100 гор, на 1000 озёр. Ну, ваш варыянт смялей. Да, напэўна, гром. Гром, гэта да? Так, малайцы, малайцы. Усе, літаральна, амаль усе адказы былі правільныя. Так, чарговым стане тлумачэнне фразеалагізмаў. Гэта самая складаная задача, і мы яе прыпаслі да фіналу. Я вам фразеалагізм, а вы некалькімі словамі, што ён абазначае. Як сам не свой. Як сам не свой. Гэта значыць які. Стаіць чалавек, як сам не свой. Ну, які ён? Сумны, да, сумны. Сумны. Сумны, моцна ўсхваляваны, залічана, малайцы. Гады ў рады. Вельмі рэдка. Малайчына, Наталля, просто сходу, адкуль ведаеце? Ведаю. З дзяцінства, пэўна? З дзяцінства, да. А дзе вы нарадзіліся? Я нарадзілася ў Лоеве, у Гомельскай вобласці. Вось, пэўна, там і чулі гэты выраз. Магчыма, нават ад бабулі. А вось такі выраз, дзяўчаткі, вы здагадаецеся туману напусціць? Запутаць. А па-беларуску? Заблытаць. Заблытаць, малайчына, Ангеліна. Вось вам і чацвёрты Б. Прывітанне перадавай настаўніцы. Вунь туды. Татьяна Леонідовна. Привітання. Привітання вам. І дякую вялікі за навуку. Так, новость так, тепер з жартом. Дуля з маком. Гэта значыць што? Дуля з маком. Значыць нічога. Нічога, сказалі дзяўчаты. Яны больш ведаюць пра гэты выраз. Так. А вось, як мокрая гарыць. Як мокрая гарыць. Гэта значыць як?
Ну, а больш дакладна. Не, не дрэнна. Ну, хапша ніяк. Вось такі варыянт. Увогуле ніяк, так? Марудна. Цяпер вы гэта ведаеце. Дзякую. Лідзія, не забывайцеся пра мікрафон. І апошняе. Выйсці сябе. Гэта што значыць? Давайте ў дзяўчатак спачатку. Разазліцца. А па-беларуску? Саша. Раз. Разла. Не ведаюць яшчэ. Раззлавацца, дзяўчаты, падказваюць, малайцы. Ну я паставіла вам усім дзясяткі. Ну проста выдатна адказвалі. І ёсць у нас тэлефанаванне, давайце слухаць разам. Добры. Вельмі прыемна бачыць вас і ядрочых, і гасцей. І хочацца ў гэты вечар пажадаць поспехаў плёну, каб кожная перадача далей была шчаслівай для вас. І вось у мяне такое пытанне, актуальнае, я не думаю. Хутка ў нас дзень абаронства айчыны. І так хочацца здзівіць свайго мужчыну, а ці ёсць у беларускай мове нейкія спецыяльныя словы для таго, каб, скажам, запаражыць свайго мужчыну? Спецыяльныя словы. Гэта мне вы прапануеце такое пытанне. Скажыце, калі ласка, як вас завуць? Мене завуць Юлія. Юля, дзякую за пытанне. Ну, што я вам скажу? Я проста спачатку нагадаю, што шлях да сэрца мужчыны, мы нічога тут не выдумляем, ляжыць праз страўнік. Так што абавязкова добрую вячэру. Ну, а калі вы скажаце, проста па праўдзе скажаце, любы і каханы, то ён ваш. Ну, гэта мае меркаванні. Не ведаю, што скажуць мужчыны. Магчыма, яны адмовяць. Адмовяцца ад такого варыянту. Так, мужчыны, мы сабраліся. Давайте, Николай Николаевич, вы первы. Как вы... Мяне гэты варыянт поўнасцю задавальняе. Пра жалудак вы имеете? Да. Естественно. Этим вечером как раз. Хотя на ночь, конечно, нельзя, но вообще так. Ну, а калі гаварыць сур'ёзна, то каб заваражыць мужчыну, не трэба доўга думаць. Скажыце ему просто три слова. Я кахаю цябе. Любы мужчына ваш. А вы што скажаце? На конт страўніка скажу, што жонку не заўсёды, дакладні мяне не заўсёды задавальняе, што яна, чым яна частуе. Для мяне галоўна, каб было сала. Вот гэта ўсе ведаюць. Это прадукт міжнародны, наверное. Будзе сала і будзе ўсё астатняе. А ўвогуле, для жанчын, калі хочаць пераваражыць, ёсць нават такая трава. Называецца любізнік. Заварыце і мужчына ваш. Ось гэта. Мы такіх сакрэтаў не ведаем. Так Юля, записывайте рецепты. Любізнік. Дзякую. Хорошо, вы. Ну, а я хачу нагадаць нашым тэлегледачам, вы яшчэ паспееце задаць ваша пытанне 3 сямёркі 519. Финишная прямая нашей программы. Остается нам немножко еще времени. Давайте коснемся темы литературы. Поскольку, Николай Николаевич, вы журналист, как бы тоже вы писали художественные произведения какие-то? Писал. Да. Что на кон гэтага я могу сказать? Часто я в апошний час чую словы, что белорусская литература в заняпаде, мова притискается и гэдак далей. Я лечу, что нічога гэтага няма. Беларуская літаратура была ў старажытныя часы, успомнім, Францыска Скарыну. Беларуская літаратура была 100 гадоў назад і больш, успомнім Максіма Богдановича. Літаратура была ў савецкі час, гэта Янка Купала, і Колас, Мелеш. Літаратура і ў гэтым стагоддзі ёсць. Успомнім Рыгора Барадуліна, Светлану Алексеевич. І якая літаратура? Ну, Василь Быкова, наскільки востребована вона? Тут другий вопрос. Читателей хватає вообще для білоруської літератури? Я лічу, що хапає. Тому що для мене не проблема прочитати білоруську книгу. Я регулярно сачу за пресою. Ось недавно у сьогоднішньому номері газети прочитав артикул на білоруській мові професора кафедры беларускай мовы Гомельскага ўніверсітэта Скарыны Вольгі Ляшчынскай. Добры артыкул.
Пасля этого, до речи, он присвячений використанню мови у нашем повседневном житті. І я лічу, що хоч один білоруськомовний громадянин, жихар нашого города стане розмовляти по-білоруську, это уже досягнення. Ну, Святослав Геннадьевич, а ви как относитесь к распространению белорусской литературы, вот именно белорусской литературы, читатели, писатели, то есть... Я розумію, я сказав би так, що я такого оптимізму не розділяю з Миколом Новиком. Коли ми говорили раніше про нашу літературу, допустим, 20-е століття візьміть, ніхто навіть і ніводного, може, прозвища не буде ведати, хто там писав на русской мові. Є, допустим, білоруськомовна література і рускомовна білоруська література. Ну, со згаданих, це безумовно Світлана Алексєєвич, лауреат Нобелівської премії. Літератури на Тросянці ні. Ні, ну, на Тросянці ні, але скажу так. Ось у Союзі, в відділенні Гомельським обласним, недзе 50 приблизно, значить, членів, так, 50 з їх приблизно по-білоруську пише тільки полова. Тенденція така, що все більше, більше, більше пишуть на русской мове. Ось. А ранее такое питание зусім не возникало. Белорусская литература, значит, она белорусскомовная. Але тогда было чем живиться. Были весочки, был, значит, а теперь их уже нема. Видать, в агрогородках нечто покуль такого не створили. Ну, с другой стороны, наверное, вот такие вот встречи, такие передачи, хотя бы почаще, если средства массовой информации, как минимум, это я уже говорю про нас, Николай Николаевич, как представитель непосредственно газеты, наверное, повлияют как-то на ситуацию с белорусским языком, с родным языком, потому что вот это вот различие между государственным языком и родным все-таки как-то хотелось бы, чтобы оно исправлялось в сторону нашего родного белорусского языка. Ну вот, будем близиться к завершению нашего разговора. Напомню, что мы общались на тему родного языка. На тему родного языка мы разговаривали с литератором, преподавателем, языковедом Святославом Крупенькой и ветераном журналистики Николаем Николаевичем Новиком. Ну, а я всем хочу нагадать, что у мини-гульни «Займальна по-белоруску» сегодня удельничали чароўныя Наталья Марченко, Александра Марченко, Ангелина Цыганова и Лидия Лещенко. Ну и в заключение хочется сказать, что согласно последней переписи населения, 70% жителей нашей страны родным языком считают белорусский. А я хочу дадаць, што беларуская мова, яна вельмі дасканалая і прыгожая. На ёй не сорамна і ў каханні прызнацца. Пра гэта гаварылі нашы гледачы. І песню праспяваць. Спасибо, што былі з намі этим вечарам. Праграму правілі для вас Лена Траценка. І Сергей Краснабарот. Шануйце родную мову. Далучайцеся да роднай культуры. Глядзіце «Добры вечар, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Ну, а завтра вас ожидает встреча в прямом эфире с Натальей Масловой, волынец, и с Александром Лупиненко. Речь пойдет о домашних питомцах. Если у вас есть домашнее животное, пожалуйста, смотрите нашу программу, звоните в прямой эфир. Ну, а теперь я думаю, что все уже чакают музычный подарунок усім нашим гамельчанам. Весновая пыль, солнечная залка.
спокон веков. Сонячная завтра назавжди. Беларусь моя, синявокая, дивная я взор и далекая. Ты одинная сторона моя, вольная земля белорусская. Белокрылое небо синяе, мы летим, як тушки отбираю. Там за все усмешка и шираю, милая родима моя. Синявокая, дивная, як зорки далекие. Ты одиная сторона моя, больная земля белорусская. Белокрылая